Горные реки переполнены умирающей рыбой. Вот такой мы наблюдаем кругооборот в природе. Рыба поднимается по горной реке, чтобы продолжить свой род, отложить икру, погибнуть, стать кормом для своего же потомства. Практически весь лосось нерестится всего один раз. И только в пресной, проточной воде. Примерно через 4 года жизни в соленом океане взрослые рыбы возвращаются в родные реки. Преодолевая их бурные течения, они стремятся вверх, на нерестилище, туда, где родились сами. Попадая в пресную воду, лосось перестает питаться, а его тело претерпевает необратимые изменения. Рыба какое-то время охраняет отложенную и оплодотворенную икру, а затем, совершенно обессиленная, отдается течению и умирает.